Що, пердиш? Ні. Що ти розказуєш? Фред хоче. Блін, що ж таке? Так буде, це не ламай руки. Воу! Задыхался? Да. Нормально. Вот, вылупился уже птенец на студии. Маленький голубка высиживает его. Так, мы на студии. Тут у нас новые пацаны. Сегодня, пока я записывал трек, высиживали яйца голуби, а теперь пацаны пришли. Мелкие пацаны, там мелкий голубь народился. Жизнь идет дальше. Молодое поколение сейчас буду делать из звезды. Пацаны сразу пьют какое-то дерьмо, я себе сок взял, а не дерьмо какое-то. Я не пить лайк себе взял. Не пейте, ребята, не пейте вот эти Red Bull и Monster Energy, это все говно, пейте фреши. Это тоже нектар не очень, но я взял что, то, что было. Фреши самый топ. И водичку. Ты понимаешь, что здесь нельзя ходить, он ходит вокруг тебя, и это шум улавливает микрофон твоих, то, что ты ходишь здесь. Ебеск. Я неправильно дыхаю. Не, все правильно. Ты просто не можешь так много прочитать, что частями записывается. Включи. Е-бой. Е-бой. Не, у меня так нормально круто. У меня есть BMX с Италии. Отец привез за 9000 евро. Очень мощный BMX. С такеларом взял. Я для пощиков работал. Пейт, тут, рут, колёс. Снимай себе чуть наушники. Он вбит, но не может попасть. Посмотри на мое седло. Мягкое шоу. Ну, ты взять голос. Нет, это... Да, меня послухай. Давай послухаем. Когда я еду в школьницу, тоже... Блин, минус Ютуба бесплатный, офигенный просто такой. Разъеб хейтеру. Не, мамбл рэпера, всех разносаем. Сейчас ты готов? Настроился, да. Ларик. Мощность на максимум, погнали, Ларик. Е, yeah, давай, пошел. Е, девять, девять, девять. 9000 евро. У меня есть BMX в Италии. Отец привез за 9000 евро. Очень мощный BMX. С Лариком будет трудно. Посмотри на мое седло. Посмотри. Ларик опережает. Ларик. Ярик. Ларик опережает где-то на секунду бит. Теперь твоя очередь, ты готов? Угу. Я себя выключаю, да? Чи оставить ты? Остав, блядь. Так и ты хрест зробив. Не, надо выключать, надо. Давай, пробуй без мене. Рока зимой на нем тепло. Ни за что не променяю я айфон. Лучше за айфон, который выброшу в окно, когда не грустно верить. Если вид даже не взять на волну, мясо обналит, лучше за конфетку на ней и верить. Ебески. О, Ларик, хочешь послухать себя? Слухай себе, потім мене дерівняєш. Трохи зимой на нем тепло. Ні за що не проміняю я його. Лучше за айфон, который выброшу в окно, когда мне грустно верить. Веселить, даже если от него у меня все болит, он лучше за конкурсманные игры. Це пиздец. Ну так, да, це... це... Ебеский. Чуть навіть не упав. Ну, Витя замка вже виложил, замка пусть падает. Вже не боюсь. Послушай ще раз. А тут особенно. И даже если от него у меня все болит, он лучше за компьютерные игры. Ты играйся там, нормально цель. 10 раз подряд слышишь, как я читаю, пробуешь сам. Ух, это будет тяжело. За что не променяю я его, лучше за его. Первый трек Колена в рэпе. Колен, волнуешься? Встань. Нет. Должно быть. Мне еще меня забыли. Нормально все. Ну не дыхай, я в нос. Не, нормально. Вот твой рот, какой нос. Встань, скажи что. На-на-на-на-на-на.
Когда я еду в пол, школьницы визжат. Я Коля, я делаю капу. Тысяч. Тысяч. Окей? Давай, готов? Лезу целовать, могут покусать. Просто все на бэмике за 9000 прокатать. Нормально. Включить мне нормально, да ты, блядь, зачитаешь? Давай, Мишан. Давай, прочитаешь? Да. Давай, соберись. Бески, тогда у меня Мишан ебанутый, а Колян ебанутый, блядь. Колян ебески. Колян ебески. Колян ебески. Теперь грехи я замолил. Заварил, прыгнул тот же дроп, теперь грехи я замолил. Теперь. Дрог. Дрог. Отдать дроп. И дрог. Нормально. Нормально, да, лучше не что, лучше не что. Идем поймо. Поснидаем, уже 5 вечера. Ну, Колян хотел шрать. Ну да, бэки. Там 10 дорожек бэков. Я в 6 поеду. Куда? В 6.36. Мне надо забрать посылку. Ну все, идем. Нормально? Как ты? Не втомився? Да я же не можу. Мне же все говорить. Пошли. Теперь у Коляна пойдет запись, да? Сможешь теперь прочитать? Колян? Да. Точно? Сочетаешь нормально уже? Да. Покушаешь 2 пиццы, 3 картошки фри, да, салатик. Пирожное тут еще. Когда сразу настроение поднялось за целый день. О, что ты надо открыть? Что, пердишь? Нет. Что ты рассказываешь? Срать хочу. Срать хочешь? Да, могу идти в туалет. Не пойду. Почему? Вы завтра мне сделаете. Прыгнул, а не пригнул. Добил раму, отобрал, заварил, прыгнул. Прыгнул. Прыгнул тот. Все, выключай. Послухай. Парил, прыгнул тот. Прыгнул. Прыгнул. Да не треба зараз, ну то запомню. Прыгнул. Прыгнул. Все, давай. Ты. Прыгнул, Колян, ты опять прыгнул уже пятый раз. Послухай. Заварил, прыгнул. Прыгнул. Ты еще больше скажешь, прыгнул, еще больше наголашиваешь на и. Парил, прыгнул тот. Прыгнул, Колян. Прыгнул. Повтори. Я же говорю, прыгнул. Пры, а не при. На... Прыгнул. Да не кричи, я... Прыгнул. 10 раз повтори. Не пр, а прыгнул просто. Прыгнул, 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 прыгнул. Лучше не повторять тебя, Колян, давай. Колян опять. Что ты задолбал? Ты с колонками что ли? С колонками? С твоим ротом. Слухай. Заварил, прыгнул тот. Прыгнул. Да я так мало. Прыгнул. Сёмый раз. Сёмый. Прыгнул. Ладно, третий, на сёмый. Давай, прыгнул. Давай. Давай, готов? Да. Гоу. Заварил, прыгнул тот же дроп. Ты кажешь, прыгнул. Два еще раз. 20 раз подряд. Попробуй поговорить. Прыгнул, прыгнул. Прыгнул, прыгнул, прыгнул. О, прыгнул, можешь же, да? А чё, прыгнул. А чё не можешь тут? Давай. Дубль номер 13. Готов? Угу. Давай. Слухай. Добил раму, отобрал и заварил, прыгнул. Прыгнул. Як так? Прыгнул. Прыгнул тот же дроп. Прыг свои. Прыгнул тот же дроп. Прыгнул. Прыгнул, прыгнул. Ну ты ж можешь сказать. Ну я можу, а я не могу там. Прыгнул тот же дроп, и то грехи свои я замолил. Грехи заварил? Заварил грехи. Наш дом будешь пройти. Прыгнул тот же дроп, теперь грехи я замолил. Прыгнул тот же дроп, теперь грехи я замолил. Прыгнул, ты что сказал, что прыгнул. Ну а там не можно. Ну и зараз я буду себя слухать, понял? Реально. Опять прыгнул, ты это чу? Ты сказал, грехи заварил, Коля. А не замолил. Еще раз. Прыгнул тот же дроп, теперь грехи я замолил.
заварив. Грехи. Кашу дома будешь варить, а тут ты привет. Давай, еще раз. Грехи. Пикнул тоже дроп, теперь грехи я замолил. Мне нравится. Включай, блядь, раз... Вот эта часть, подожди, Коля. Же дроп, теперь грехи я замолил. Замолил. Замолил уже. Давай, Лил Кал, пошел. Калил. Подбежал, добил, раму отобрал и заварил. Клянусь, все, не бойся, Ларика. Клянусь. Все, успокойся. Все. Давай послушаем. Варил, как тёлка. Как мамка, блядь. Что он охуел, блядь, кучерявый. Иди нахуй. Вот это бы реферат. Вот это реферат, а парашют не могут на фразу написать. Все, мы вышли уже в студию, Коля раньше уехал. Ларик, как тебе первый трек свой было записать? Рэп. Нормально. Как опыт рэперский. Нормально? Что скажешь, доволен? Да. Я отправился сводить в Киев, там штуку гривен берут, буквально, ну сводят хорошо очень. А здесь студия, кстати, нам предоставили пацаны. Бой. Приехал с Саней на бар, он не хочет, чтобы его снимали, он боится прыгнуть. 10 лет не прыгал, сейчас будет прыгать степап. Але база довга, да, кажеться? Быстро, быстро закручуйся. Слабше закрутись і держись на велику. Главное вилети, старий. Старий. Вилети вверх. Мели спальше приехал і всіх старим називають. Я мали десь... Блін, як його закрутити? Свій велик покатати. Міша. Давай закручу. Смотри, стой, Саня. Єє, бой! Я снял, не хотів казати тебе, що ти не нервничаєш. Я не хотів казати, що я їду. Круто. Молодець, Саня. Пес, вообще легенько. Ну? Можно и більше щось прыгати. Да, Саняк прыгнув первый раз на дёрте за 10 лет, представляете? Круто. И Мелый вернулся, на старую школу вернулся, с Польши. Как приятно видеть, когда Мелый катается. Мелый что, же S4 снимаем уже? Давай, Мелый! Первый прыжок спустя с фильма S3. Ох, Мелый, молодец! Як вообще, як бляха, як в космосе летиш, десь лід. Круто. Прикольно, блін, ну знов цей польот почувствовали. Такий великий, пацани, ох! Я вам заздрю, що ви не чувствуєте, який в мене польот. Я, напевно, пригаєте такий, в'ю-в'ю, такий, все, приземлився, типа. А в мене зараз перші рази, пам'ятаєш, як, типа, перші там, вообще. Ну, перший раз кайфуєш. Кожну мілісекунду, да, такий, ух, бляха, я тут, вау, вау. Ну, типа, после длительного перерыва я не прыгал, просто страшно прыгнуть. Потом уже скучно, нужно флип делать. Потом уже флип скучно, нужно связки делать. Так совсем. Так, капец, высокий такие, блин. Мале. Мале. О, мале! Стик! Ты где, Стик? Ты тут? Стик! Иди к нам! Мале, зови Стика! Будем что-то делать, что вы коты хотите делать? Давайте сделаем что-то котячее! Что же мне делать с двумя такими красивыми котиками? Что такое голова-то выросла из стека? Голова какая большая. У малая такая малая.
Малая, смотри, какой у меня красивый стик. Это любовь. У нас тройная любовь. Я, стик и Мале. Нам еще кто-то нужен, как вы думаете, в семью? А то все говорят, Мишаня найдет девушку. Уже 2 года без девушки почти. А я думаю, что никто нам не нужен, правда? Зачем нам кто-то, когда вы у меня есть? Я вас люблю, котики мои. Мале, упадешь опять. Мале, упала один раз с той штуки на эту лестницу и на пол потом, да? Опять лезешь? Вот, ребята, котячий контент, то, что вы заслужили. Потом вы еще 2 выпьете. Блин, что ж такое? Больше получило. Валик, что ты такой злой? Валик, что ты такой злой? Так будет. Да не ломай ракетку, просто играть научись. Так будет с каждым. Макс, подавай! Валик сейчас будет прокатную ракетку сдавать. Но это не прокатная, а Валика. Может просто сдать, да? А не то наказать. Ты ж да, сдать и мовчи просто. Ну давай. Свидос, якщо шарики прилетів на інше поле, то всім зібрати мене, дай вам вернужечку. В комплекті, бо там грають люди. Ну так, не все, ну що, так завжди було. Все, ставимо, ми зараз позабираємо. Давай, ракетки здаємо. Так, то все, ракетки здаємо, так. Да? Скільки там, 3 ми вас брали, так? Да? От, от да. Одна зламана. Одна, друга. А що вона? Та, типу, відбив сильно хлопець накачаний. Так, капець, пошанув, щось не розчитав сили. Класно. І що будемо робити? Ви цельно хоч знаєте на ракетку? Та вона слабенька якась була просто. Ну, слабенька. Ну, трухляла якась. Пошли йти хазяйну. Це моя ракетка. Це прикол. Це ми мене не пугайте. Це ми прикольнулись. А що вона? Правильно?